Hey, yo, guys, с вами Шимки, мы продолжаем проходить игру под названием GeForce. Мы даже скорее уже почти заканчиваем, потому что уже начинаются, так сказать, кульминационные такие моменты жесткие. Блин, я постоянно... Нахер оно мне же надо, так ведь? Может, чисто с вами бежим по сюжету? Куарес, я в диспетчер. Знаешь что? Питание отключено. Добраться до антенны будет не так просто, как мы думали. Давай. Так, огнеметик. Потопим все. А ты мне нахер здесь? Здесь можно где-то мощь запустить. Это лестница. Так, Хорос, я нашел генератор, питающий диспетчер. Но мне понадобятся аккумуляторы, чтобы снова запустить его. Хорос, ты не просканируешь? О, я взломал консоль, но цифры бегут так быстро, что я не могу их разобрать. Пользуйтесь замедлением времени мучи, чтобы рассмотреть правильную комбинацию. Еще сколько? Так. 31, 24. Готово. Текст. Не падаем. О, да нет, ё-моё. Не туда смотрит. А то я что-то как-то не понял сразу. Окей. Ну, допустим. Только смысл.
Можно. Смотрите как. Летим сюда. Сюда. Нет. Нет. Вот и все. Не надо туда вниз. Вниз спускаться, что-то делать. Вот, достаточно. Не, могу, конечно, диск там забрать снизу. Ладно, давайте мы с вами заберем диск. Диск. Микроволны. Отдыхай. Нарываешься? Получи. Так, здесь тоже диск. Ау. Да за что? Так, ну здесь нам придется... за счет голограмм все делать. Думаю, сначала нужно загрузить. Так, немножечко вот так. Ой, блядь, короче, это неправильно стоит. И так тогда. Ой, не то взорвал. Ой, не то взорвал. Ух ты ж, ё. Хорошо, добыл последний аккумулятор. Попробуем подключиться к сети и добраться до последней антенны. Пролетел. Так, вопрос, где диск?
Тут должен быть диск. Короче, ясно. Так, теперь мне нужно... Ух, как это было красиво! Вот так вот. И теперь валим отсюда. Я вставляю вот этот датчик, и мы вообще свалим. Ой, микрофон падает. Микрофон, не падай. Заметьте, врагов нету. Дарвин, похоже, сработало. Сигналы показывают полную мощность. Тогда я иду обратно в диспетчерскую. С помощью центральной консоли ты наверняка сможешь... Ух, косарь остался. Косарь — это плохо, это мало. Иди ты в сраку. Да, сохранить. Ну смотрите, прошли уровень, считай, за 12 минут. Ох, ребята, видели, какого размера эта антенна? Гораздо больше, чем я думал. Тем выше ей падать, Ди! Только что получил кое-какие сведения из базы данных Cyberlink. По схеме видно, что антенна запитана от двух аккумуляторов у основания опоры. Дарвин, когда ты их ликвидируешь, система начнет отключаться. Но в идеале надо уничтожить главную антенну, не то Йиншу. Обратно. Понял. С Йиншу я научился ожидать неожиданно. Чтобы отключить антенну, выйти два аккумулятора из ее основания. Поехали. Бля, вы издеваетесь. Да ну не, ну за что? Так, подожди. Давай сразу, чтобы у меня... Так, сразу на дробовик. Добро. Готово. Короче, отсюда враги повылазят. Это уже предсказуемо.
Ага. Ага. Отлично, Дарвин. Один готов и еще один остался. Иди на другую сторону диспетчерской. Иду. Не, ну скажите, есть смысл мне атаковать вот кто здесь? Я лично думаю, что нет. Я лучше... Съебусь отсюду! Один за другим. Сложно. Но закупаться патронами я не буду. Пока что. Ладно, более-менее. О, стоп, тут мне нельзя. Ух. Улучшения дают. Передатчик мучаем. Все, у меня денег нет, поэтому нужно было тогда эту херню не покупать. Пипец. А. Ясно. Ну, мочи, смотрите, уже хп до хера. А прикиньте эту игру пройти без получения урона. Не, ну типа... Связь со спутником прерывается. Держитесь на безопасном расстоянии. Ну типа реально, но... Отлично. Теперь заберись на главную антенну и уничтожь 3 энергетических опоры. Раз мы дошли сюда, пойдем до конца. Уничтожьте энергетические башни, чтобы полностью отключить спутниковую тарелку. Так, с этого момента, мне кажется, сейчас начнется что-то интересное. Удар. Удар, удар. Они не просто так стоят. О чем я говорил? Это оно, боже, за что мне вот этих присылают? Эй, парни, смотрите, шоу начинается. Ладно, более-менее. Thank you.
Ладно. Для дробовика как раз дали. 5 таких. Там еще тут еще... А, их только 2, хорошо. Но там все равно эта херь защищает. Я могу, в принципе, этот быстро уничтожить. Будущее за спутниковым телевидением. Ау. Еба! Это не драка, это искусство. Еба! Ну слезь ты, тупой! Так, стоять, мне нужно что иное. Ой, бля, муха. Банушка. Ты банушка? Влазь давай. Короче, я понял, надо выше подниматься. Ранец у него максимально херово работает. Ладно. А, упорный, надоедливый грызун. Все никак не бросишь эту затею, да? Но не важно. Ты угадал, конечно, у меня есть резервные копии. Так что все твои усилия ни к чему. Но ты, конечно, не угадаешь, что будет дальше. Дальше? Бластер, Хуарес, вы понимаете, о чем говорит этот псих Яньшу? Он просто блефует. Понятия не имею, но беги оттуда скорее. Самый короткий путь... Угу. Уже. Уже. Муч, дружище, теперь все зависит от тебя. О! Муч, ты должен попасть в главный реактор. Нихера. Только так мы сможем остановить эту штуку. Давай, давай, братишка! А что за штуку? Боже, не говорите, что в этой версии не показали его. Наблюдаем повышенный энергетический фон. Муч, ты, похоже, приближаешься к реактору.
Короче, если... Осторожно, впереди минное поле. Думаю, ты сможешь взорвать эти устройства с помощью излучателя помех. Тот, кто не шарит. Надеюсь, видео покажут. Ну, на крайний случай я надеюсь на это. Ой, бля. Ладно. Стоп, а чё я назад лечу? Сейчас большинство думает, о чем они говорят? Что это? Муховредитель? Прихлопну в два счета. Муч, эти штуковины хотят уничтожить аккумуляторы. Скорее останови их. Чтобы вы понимали, Спеклс это тот енот. Ой. Ну не енот, но вы поняли, о ком я. Крот. Он и есть затейщик всего вот этого. Но кто мы такие, да, чтобы нам показывать видеоролик? Его, походу, вырезали. То, что я ничего не нажимал. Я нажал сохранить и все, вы сами видели. Мышка пропала даже. Вы издеваетесь? Вы не покажете? В натуре? Да не гоните, они не показали видеоролик. Прикиньте. Муч, дружище, теперь все зависит от... Они не показали видеоролик. Да вы гоните. Да ладно, они вырезали эту часть. Боже.
Чтобы вы понимали, это самое глобальное, что могло было быть. Как вы помните, Дарвин говорит, надо найти настоящего, и мы тогда ну, спутник, да, выключили? Но главный злодей этой игры это вот этот вот крот. Если я не ошибаюсь, в видеоряде он поворачивается на стуле и говорит, что это я тот, кто это сделал. Дарвин у него спрашивает, зачем? Зачем ты это делаешь? И он типа рассказывает, что люди уничтожают весь мир, строя всякие дома. Короче, врубы леса и все такое, типа. И он решил им отомстить теми приборами, которые они пользуются круглосуточно. Чтобы убить их тем, что они создают, уничтожая леса и все остальное. На самом деле... Вот эти летающие роботы, помните, которые возили? Они должны были, если я не ошибаюсь, в яму выкидывать вот этих роботов. Спеклс. Да, его Спеклс зовут. Нажимает на кнопку прибора, с помощью которого он создает здоровенного робота из этих всех приспособлений. Для уничтожения... людской цивилизации. После чего Дарвин находит щель, куда залетает Муч. И как вы видели, Муч летал в теле робота, что я ну, обратил внимание, что там компьютер был, вот эти блиноготовки, вафельницы. Почему? Потому что они все слились. После уничтожения генератора, робот этот в видео падал. Ладно, давайте оценивать игру. Начнем с минус. Давайте с плюса. Ну, большой разновидность врагов. Более-менее разновидность оружия, есть прокачка. Ну, к прокачке, знаете, если, допустим, RPG игра, я не буду относить просто... Ну, там есть прокачка, потому что это плюс игре. Нет, здесь мы ищем улучшения для нашего приборов. Поэтому это плюс. Итого у нас 3 плюса. Ну, типа, сюжет, но сюжет сделан в основном по фильму Миссия Дарвина. Поэтому да. А если брать минусы игры? Первый минус — это кривизна полета, то есть не всегда срабатывают реактивные ранницы, я из-за этого падал. Это первый минус. Второй минус... И, наверное, самый серьезный минус это, сука, ебучая концовка. Ее не показали ни начальную заставку, ни конечную заставку. Что за бред? Типа, знаешь, генератор взорван, титры. Так не делается. Там должен был быть полноценный видеоролик, который, конечно, нам решили убрать. Окей, давайте сделаем таким образом. После моих слов от этого всего, я в конце вставлю просто отрывок, где появляется этот робот и как его побеждают. Ну, то есть, чисто видеоролики, видеоряд. Поэтому, ребята, ну, считайте, это игра моего детства. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем...
Еще к минусу, наверное, отнесу это однообразие уровней, что мы бегаем по одним и тем же уровням. Ну и все. 3 плюса, 3 минуса. Ну и всем пока. Итак, у нас гость. Давай, входи, Дарвин. Я думаю, нам пора встретиться лицом к лицу. Ты любишь сюрпризы, правда? Спеклс. Нет, ты не можешь быть. Иншу? Еще как могу. Таинственный Иншу, выпустивший на волю ужасы Сейберсенс. Тот самый Иншу. Но почему? Ты когда-нибудь забивал в поисковике запрос «Крот Дарвин»? Все эти тысячи сайтов о том, как поймать, то есть убить крота. Знаешь что? Теперь очередь за человечеством. Я не позволю тебе сделать это, Спеклс. Не позволишь? Все еще думаешь, что можешь меня остановить? Увы, Дарвин, ты выбрал, на чьей ты стороне. Ты за них, с ними и погибнешь. Итак, пора. Начнем! Это еще что? Быстрее, ребята! Есть какие-нибудь идеи? Сканирую эту штуку. Она собрана из оборудования Сейберлинг. Чтобы хоть как-то ее повредить, тебе придется добраться до самого ее центра. Ничего не выйдет! Как же мы? Эта штука просто громадная! Ты не без самолета не доберешься! Верно. Есть только один способ. Муч, дружище. Придется послать туда тебя. Больше некого. Угу. Не могу, что за всем стоял Спеклс. И ты его остановил, Дарвин? Нет, Бластер. Это сделал сам Спеклс. Бригада М, уходим. Сюда едет ФБР. ФБР, Библы! Эй, Харли, шевелись. Поедешь с нами. Бригада М! Да, конечно. Все в сборе? Бригада М! Само собой, неубиваемый монстр.